Сегодня, today, we'll be going back in time to look at some history to be found if you are sightseeing in Moscow. We'll also see how to talk about the past and how to cope with the future. What happened yesterday, вчера, and what will happen tomorrow, завтра. What's coming up at the Bolshoi is one thing you may be interested in if you're in Moscow. And we'll be going there to investigate Russian tastes in music, ballet and opera. But first we join Tatiana in a literary corner of Moscow with two very useful Russian phrases. Почему? Why? Почему? And in reply, start by saying потому что. Because. Потому что. Сейчас мы опять на бульваре. Это Гоголевский бульвар. Почему Гоголевский? Потому что памятник Гоголю. Гоголь – писатель. Это Гоголевский бульвар в Москве. Gogol is only one of a host of literary figures to be found in Moscow's streets and squares. Это площадь Маяковского. Почему? Потому что Маяковский – советский поэт. А это площадь Пушкина. Почему? Потому что Пушкин – русский национальный поэт. And the more you can read in Russian, the more will be revealed. Here was the house where Alexander Sergeyevich Pushkin was born. Talking about events in the past is simpler than you might think. Здесь был дом. Here was the house. Был – was. Я был – I was. But a woman would say «Я была», «I was». «You were» – «Ты был». Or for a woman «Ты была». «Он был» – «He was». «Она была» – «She was». The plural is much simpler. «Мы были» – «We were». «Вы были» – You were. Они были. They were. The endings are all the same. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Как молоды мы были, how young we were. The past of lots of different activities can be formed very simply. To read, for example, is читать. To form the past, simply remove the endings and add «л» – читал. Я читал. I read. To buy, you may remember, is купить. So I've bought – я купил. Or я купила for a woman. Listen for the answers Татьяна gets as she questions some shoppers in Дом книги. Вы что-нибудь купили? Have you bought something? Татьяна, вы что-нибудь купили? Ну, пока я еще не успела. Ну, я только что посмотрела в основном. Вы что-нибудь купили? Пока еще нет. Что ты купил? Я купила эстрадные пластинки. Что вы купили? Я купила пластинку на английском языке. A simpler question is, где вы были? Where were you? Где вы были вчера? Where were you yesterday? Вчера мы были в Большом театре, which is where we join Татьяна today. Это
Большой театр. Здесь можно посмотреть балеты и оперы. Сегодня в Большом театре балет «Ангара». Артисты Наталья Бессмертного и Владимир Васильев. Борис Павлович, что это? Это Большой театр. Вы любите Большой театр? Большой театр я очень люблю. Вы любите оперу или балет? Я люблю балет, но больше люблю оперу. Вы любите Большой театр? Я люблю Большой театр. Вы любите балет или оперу? Больше люблю балет. Вы любите балет или оперу? Балет. Наташа, что это? Большой театр. Вы любите Большой театр? Да, очень. Вы любите оперу или балет? Балет. Вы любите оперу или балет? Оперу. The people Tatiana met were also keen to tell her about different productions. Спектакли. Какие спектакли вы смотрели? What productions have you watched? Какие спектакли вы видели? What productions have you seen? Какую оперу вы слушали? What opera have you heard? Какую оперу вы слушали последний раз? Последний раз я слушал оперу Мусоргского «Борис Годунов». Какой последний балет вы смотрели? Балет Чайковского «Лебединое озеро». А какие еще спектакли вам нравятся? «Хачатуряна», «Спартак». А какие спектакли вы видели? «Спартак», «Лебединое озеро». Какие спектакли вы видели? Я здесь видел «Борис Годунов», «Лебединое озеро», «Дон Кихот». Какие спектакли вы видели? В Большом театре я слушала вагнерскую оперу «Золото Рейна», «Евгения Онегина», «Пиковую даму» и многие другие. What the Bolshoi is to opera and ballet, the Moscow Conservatoire is to classical music. Большой зал консерватории. Вчера Глазунов. А сегодня Бетховен, Чайковский, Кабалевский. Какую музыку вы любите? What music do you like? Maybe you like classical music. Классическая музыка. Or light music. Эстрадная музыка. Or simply songs. Песни. The first person Tatiana meets has just bought a record by that well-known group, Lips. Песни? Песни. Группа Lips. Lips. Вы любите музыку? Очень люблю. Какую музыку вы любите? Я люблю классику больше. Ты любишь музыку? Да. Какую музыку ты любишь? Эстрадную, классическую. Но больше эстрадную. Вы любите музыку? Да, я очень люблю музыку. Какую музыку вы любите? Я люблю современную музыку. Из ансамбля мне больше всего нравится Абба. Татьяна went on to ask, what composers do you like?
каких композиторов вы любите. Don't be surprised if you hear Мусоргского instead of Мусоргский. Or Бородина instead of the more familiar Бородин. Бородин. Каких композиторов вы любите? Я очень люблю Чайковского, Мусоргского, Бородина. Каких композиторов вы любите? Мне больше нравится из оперы, я тоже люблю, Бородина. А вы любите музыку? Да. Каких композиторов вы любите? Чайковского, Верди. Каких композиторов вы знаете и любите? Я люблю Чайковского, Шопена, Римского-Корсакова. Каких композиторов вы любите? Композиторы Чайковский, Бетховен, Бах. Пожалуй, сам Моцарт можно добавить. Каких композиторов вы любите? Глинку, Хачатуряна, Чайковского, Россини, Сен-Санс. Каких композиторов вы любите? Из русских Рахманинова, из классиков Вагнера. Скажите, пожалуйста, каких композиторов вы любите? Больше всего я люблю Чайковского. Amongst the most popular works by Pyotr Ilyich Tchaikovsky is his Sixth Symphony. Шестая симфония. Tchaikovsky composed this work at the house in Klin, where he took refuge in the latter part of his life. The symphony was Tchaikovsky's last work, barely complete when he died in 1893. A close contemporary of Tchaikovsky's was Mussorgsky. Along with Rimsky-Korsakov and Borodin, he belonged to a circle of composers led by Balakirev. For them, historic Russian themes provided new and fertile ground for inspiration, culminating in Mussorgsky's triumph, Boris Godunov. If you want to see productions like that in Moscow, you might well ask когда? When? Когда будет балет? When will the ballet be on? Когда будет балет Ромео и Джульетта? Когда будет опера Игрок? Сегодня или завтра? Today or tomorrow? Whichever it is, it's likely to be an evening performance. Вечер. Evening is often printed on tickets for performances. In the evening is вечером. Завтра вечером. Tomorrow evening. You may find that what you want to see starts in an hour's time. Через час. Or even in half an hour's time. Через полчаса. In today's episode of «До свидания, лето», time is a source of anxiety to Olga. Через полгода, in 6 months' time, everything may be all right. But her father is nostalgic about his past life. Много видел. I've seen a lot. Много делал. Done a lot. Много работал. Worked a lot.
and is worried about the future. Буду на пенсии. I'll be on a pension. Буду сидеть дома. I'll sit at home. Буду читать газеты. I'll read the papers. Снова птицы в стаи собираются. Ждет их за моря дорога дальняя. Яркой, веселой, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Ты течешь, как река, странное название. Прозрачен аспальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание. Ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание. Ты и радость моя, и моя беда. Вчера, пешеходы, сегодня, твои, завтра. Люди, yesterday, today and tomorrow. Somehow, without Olga, all the days seem the same for Victor. Passengers come and go. And Moscow lights are a long way from Pavlovsk, the home of Olga's parents and her brother, Sasha. Papa болен. Ольга's father's ill. And the future is uncertain. Он не знает, что будет. Нет, Оля. Я не знаю, что теперь будет. У тебя будет пенсия, папа. Да пенсия-то будет. Но я хочу работать. Я работал в этом совхозе 25 лет. 25. Много видел, много делал, много мечтал, много работал. Много дум я в тишине продумал. Много песен о себе сложил. И на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Ты еще любишь Есенина? Очень люблю. Замечательный поэт. Папа, через полгода ты опять будешь работать. Нет, не буду. Буду на пенсии. Буду сидеть дома. Буду читать газеты, буду писать письма. Вон телевизор есть. Папка, ну что ты? Ты у меня еще молодой. Он сейчас будет. Кто? Сашка. Оля! Саша! Ну как ты? Здорово. Что у тебя? Знаешь, я завтра не работаю. Что мы будем делать, а? Степь да степь кругом, путь далек в
лежит там в степи глухой. Как здесь хорошо. But for Olga, life is not so simple. Все не так просто. How to live? That is the question. Как надо жить? Sasha has one answer. Долго. A long time. Мой Саша, как же здесь хорошо. Да, здесь хорошо. А у тебя? Все хорошо? Все нормально. Нормально хорошо или нормально плохо? Все это не так просто. Все совсем не просто. Да, это правда. Трудно сказать, как надо жить. Да, трудно. Но я знаю, как надо жить. Ну, как? Надо жить долго. О, смотри. Я первая. Ой, Джур, я первая. Ямщик здесь в степи глухой, замерзал ямщик, и набравшись сил, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ, он товарищу отдавал наказ. Ты, товарищ мой, не попомни зла, здесь в степи глухой схорони меня. In next week's program, we'll be getting out and about in Moscow on every available form of transport, from Troika to Trolleybus. And we'll be leaving Moscow for faraway places like Almaty and Samarkand. Join us then. До свидания.